Отработали в штатном режиме. Так в целом оценивают в СГК итог отопительного сезона 2019-2020. Из достижений в Рубцовске впервые запустили собственную турбину, и южная тепловая станция превратилась в мини-ТЭЦ, которая успешно отработала всю зиму. Барнаульский поселок Южный подключили к мощностям ТЭЦ-3, раньше его отапливала котельная МУП «Энергетик». А самое главное – количество барнаульцев, которые перестали жаловаться на холодные батареи в краевой столице из-за аварий на теплосетях, сократилось почти на 30%. Много планов и на следующий год. Причем объем инвестиций, несмотря на экономические трудности в стране, не будут сокращать. 4 миллиарда рублей планируют вложить в модернизацию и ремонт ТЭЦ и теплосетей в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Да и в целом эпидемия коронавируса и ограничительные меры не помешали энергетикам выполнять свои обязанности. Наши предприятия, они относятся к предприятиям с непрерывным циклом действия. Максимально стараемся развести персонал таким образом, чтобы минимизировать все контакты. При этом, если ситуация ухудшится, станции могут закрыть на карантин, но бесперебойная поставка тепла и электричества будет обеспечена. А вот сроки ежегодных испытаний и ремонт теплосетей в этом году пришлось сдвинуть. По контуру ТЭЦ-2 опрессовка и ремонт начнутся 15 июня, а по контуру ТЭЦ-3 – с 12 июля. Илья Кочетков, «День с толком».